танцует и будет оправдываться, что он не умеет, тот будет глупо врать. Давайте оторвемся на последнюю песню. Сегодня все-таки понедельник, мы его пережили. Он был сложный. Мы, допустим, сегодня не попали на съемки. Чисто случайно так получилось, так сложились обстоятельства. А вот вам все расскажи и покажи. Вот, короче. Вот, да. А, и пока там они готовятся, собираются с мыслями к последнему треку, мне хотелось бы напомнить, что наша эта группа называется «Самый лютый бэнд». Бэнд обязательно по-английски. Вот, ставьте хэштеги, вот. Подписывайтесь на нас ВКонтакте и в Инстаграме. Вот, и 18 и 20 числа у нас будет два концерта. Один в Кальянной, вот, это в пятницу, а в воскресенье 20-го в баре. Вот, он, кстати, здесь напротив, там офигенное пиво. Вот, вся информация будет в группе. Ну что, ты готов? Добиванию. Правда, чтобы добить, нужно было бы, наверное, что-нибудь грустненькое. А мы так резко в другую погоду вообще уходим. Ну да, визитная карточка. Антоша, давайте поддержим аплодисментами нашего джембейщика. Ему плохо. Антон, доброе утро. Да, давайте, у нас новый хэштег. Антон, живи. Я знаю, как его взбодрить. Поддержишь микрофон? Блядь. Не надо. Леща ему дай. Блядь. Не можешь холодно быть. Как водичка? Хорошо, вода? Погнали. Антоха, живи. Ибо лучше. Зато в душе тебе не надо. О-о-о, все, дубль два.
контакт обязательно по-английски. Хорошей недели вам, ребят. Всего доброго. Приходите к нам на концерты. Добавляйтесь к нам в группу и подписывайтесь на Инстаграм. Ставьте хэштеги. Доброй ночи.